Одесский аэропорт подписал меморандум о сотрудничестве с аэропортом Падерборна Центральной Германии. Так планируется, что с начала следующего года будет открыто прямое авиасообщение между Падерборном и Одессой. Сейчас идет последняя фаза переговоров с авиакомпанией Air Berlin. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Михаил Саакашвили. По его словам, Одесса станет значительно ближе для туристов не только из Германии, а из всего Евросоюза. Также Саакашвили отметил, что курортный сезон еще не закончился, а обещание привлечь в Одессе миллион туристов уже выполнено.